Сколько А? Да. Идем вперед, да? Я вас приветствую, дорогие друзья. Вассалут Стимас приедем. Сегодня впервые в истории современной Молдовы произошло знаменательное событие под эгидой нашего президента Дадона. В течение 4 лет он молился, он ходил за кульками, он ходил под столами. И вот сегодня в честь него была запущена в Рыжканах акция, запущенная депутатом партии социалистов и председателем района. Они дали старт акции «Дадон Вечел Челлендж». Мы не можем не поддержать эту акцию. Вы видели, как трогательно сегодня с хлебом, солью встречали депутата партии социалистов с председателем района. Вы видели сегодня, как они сделали главное. Они открыли туалет в сельской школе. Поэтому в эти минуты у меня, как у любого гражданина Молдовы, сейчас на самом деле очень серьезные эмоции. Эмоции не только у меня, а практически у всех моих коллег-примаров по стране, с которыми я живу. Эмоции с утра у Лены Перескон, у Эдуарда Плешки, у всего нашего творческого коллектива, потому что сегодня произошло невозможное. Был торжественно открыт туалет в одной из школ Рыжканского района. Я сейчас призываю всех вас дать старт национальной акции. Поддержим Игоря Дадона, поддержим его инициативу. Он до сих пор открывал круговые в Дубасарах. Сегодня они открыли туалет, и это очень важно. Поэтому я призываю вас всех, даем старт акции «Дадон Вечел Челлендж». Сегодня мы открываем после легкого косметического ремонта туалет во всей нашей партии. Мы поддерживаем еще раз Дадона и все то, что они начали. Значит, и сейчас, после того, как мы торжественно откроем, я скажу, кого мы еще призываем. Итак. Так. Значит, ну что, в добрый час с инициативами нашего великого, могучего поляка-пациента, поляка-президента Игоря Дадона. Прошу туалет в офисе нашей партии читать открыто. Я призываю сейчас, передаю эстафету акции «Дадон Вечел Челлендж» исполняющего обязанности примару муниципалитета Николаю Григоришину, примару города Рыжканы Виктору Богатько и примару Дроки Нины Черетеру. Туалет, просьба, считаем открытым. Сделаем вам небольшую экскурсию. Душевая кабина для того, чтобы отмыть страну от таких деятелей, которые вы видели сегодня в Рыжканах. У нас все уютно, у нас все красиво. Нас вот фотографии, где они использовали просто негодяи детей. Акция «Дадон Вечел Челлендж», и самое главное, у каждого жителя страны есть необходимый атрибут, чтобы правильно проводить время в местах, которые сегодня для вас открыли в Рыжканах, Дадоне, партия социалистов. Всем спасибо еще раз. Призываю Григоришина, Николая, Нину, Черетел и Виктора Богатько. Обращаюсь ко всем жителям страны. Значит, мы запускаем эту акцию по всей стране. Всем спасибо за внимание и понимание. И у меня была идея, если честно, провести другую акцию. Замуровать все туалеты в стране. Но я все-таки решил поддержать хоть в чем-то президента нашей страны Дадона и его деятелей-социалистов. Всем привет, всего правильного. Пока.